Петропавловский завод тяжелого машиностроения подал заявку на участие в республиканском конкурсе на соискание премии президента «Алтын-Сапа». Сегодня на предприятии работают более 1000 человек. Продукция, которую они выпускают, может свободно конкурировать на отечественном рынке. В одном из цехов завода побывала наша съемочная группа. Так делается плавающая решетка для теплообменного оборудования. В ней нужно сделать 2000 отверстий. На это у Владимира Цыганова уйдет примерно 5 дней. Главное не ошибиться, задать правильно программу для станка, говорит мастер. На Петропавловский завод тяжелого машиностроения он пришел 40 лет назад инженером-технологом. Сейчас вместе с ним на предприятии работает его сын. Лично я, например, спецодеждой я обеспечен, в отпуск хожу вовремя, зарплату пока получаю вовремя. То есть для меня главное что? Это хорошая работа, достойный заработок. Ну и светлое будущее. Это третий цех завода «Энергомаш». Выпускают здесь теплообмены, энергетическое оборудование, а также изделия для железной дороги. За несколько лет на предприятии внедрили более 150 современных станков. Предприятие имеет аккредитованную систему менеджмента качества. Все разработки проводятся нашим конструкторским бюро. Сегодняшние даже элементы кризисных явлений нам позволяют достаточно мобильно переориентировать наше производство на производство более востребованной продукции. Это позволяет ПЗТМ конкурировать с ведущими промышленными предприятиями страны. В ближайшие дни здесь намерены подписать экспортный контракт с екатеринбургским заводом бурового оборудования. Недавно компания подала заявку на участие в ежегодном президентском конкурсе «Алтын-Сапа». По итогам прошлых лет завод становился призером регионального этапа. В этом надеются на победу в республиканском туре. Сегодня заводчане занимаются реализацией двух проектов. Это создание котлового оборудования для Петропавловской ТЭЦ-2 и выпуск почти 7 десятков емкостей для Тырауского НПЗ. Контракт на их производство подписали с китайскими и японскими компаниями. Пока это только заготовки. Вес конструкции будет доходить до 6 тонн. Отгрузка оборудования начнется уже в середине месяца. Ирина Панфилова, Владимир Боровков, Новости МТРК.